Зеленский заявил о закрытии проекта «Сваты». Артист также опубликовал видеообращение, в котором прокомментировал запрет сериала. Украинский шоумен Владимир Зеленский от имени студии «Квартал 95» сообщил о прекращении работы над сериалом «Сваты» и закрытии проекта. Об этом артист заявил в комментарии изданию «Гордон». «Мы отказываемся дальше работать с проектом «Сваты». Я записал свой видеокомментарий, который будет опубликован в Facebook. Там все сказано. Мне нечего больше добавить. Я не хочу, чтобы меня как-то неправильно поняли. Спасибо большое всем за поддержку», — отметил Зеленский. Кроме того, на неверифицированной странице Зеленского в Facebook появилось видеообращение по данному поводу, названное неофициальным ответом. В нем он комментирует запрет сериала «Сваты». Ранее корреспондент НЭТ сообщал, что Владимир Зеленский опубликовал видеообращение из-за «Сватов» по материалам сайта news.com.